Добрый день, меня зовут Николай Матявин, я продукт-менеджер компании Uniso, отвечаю за садовое направление. Сегодня мы поговорим с вами о итальянском бренде компании Oleomag. Oleomag – это современный дизайн, высокие стандарты качества, комфорт и безопасность. Сегодня мы поговорим, не побоюсь этого слова, о лучшей косе на российском рынке – бензокоса Oleomag Sparta 25. Основные преимущества данной косы. Прежде всего, это полностью металлическая конструкция. Алюминиевый картер, алюминиевая опора двигателя. Внутри косы стоит стальной кованый вал. Крепление двигателя с валом происходит через резиновый амортизатор, что снимает вибрацию с двигателя на руки. Данную косу можно использовать как полноценный кусторез. В комплект данной косы входит полуавтоматическая шпуля и металлический нож. Данная коса оснащена эргономичными и удобными рукоятками. Управление происходит практически одним пальцем. Включение косы и система полугаза, которая позволяет более комфортно заводить данную косу. В работе с техникой Oleomag используются только оригинальные расходные материалы. Бензокоса Sparta 25 оснащена двухтактным двигателем мощностью 1 лошадиная сила. Также есть воздушный фильтр, который легко заменить за нажатием всего одного движения. При обслуживании бензокосы используют только оригинальные смазочные материалы. Одной из отличительных особенностей бензокосы Sparta 25 является вот этот вот узел. Это крепление рукоятки к самой косе. Очень часто бывает, что наши клиенты вынуждены косу перевозить на машине. И нужно складывать эту рукоятку и потом ставить ее на место. У нас этот узел выполнен из алюминия, в отличие от наших конкурентов, у которых этот узел выполнен из пластика. Он способен выдержать очень частые разборки и сборки. То есть и служит очень долго. Помимо классической модели бензокосы Sparta 25, существует модель бензокосы Sparta 25 Lux. Коса более комфортная, более удобная для обращения. Коса Sparta 25 Lux комплектуется более комфортной подвеской и современной триммерной головкой системы Load & Go. Коса крепится очень легко. Также легко она и снимается. Одним пальцем. Чем отличается триммерная головка Load & Go от классической шпули? Это простотой заправки лески. Совмещаем две стрелочки, внешнюю и внутреннюю между собой, вот таким вот образом. Далее берем леску и вставляем ее. Накручиваем ее на шпулю. При работе с бензокосой используйте оригинальную леску Oleomag. А теперь попробуем бензокосу Sparta 25 в полевых условиях. Перед запуском бензокосы нам необходимо провести ряд процедур. Первое. Подкачиваем топливо. Второе. Включаем зажигание. Третье. Переводим курок газа в положение полугаз. Вот. Четвертое. Опускаем заслонку в самое нижнее положение. Вот. Производим первый пуск. Вот у нас коса завелась и заглохла. После этого мы переводим заслонку в самое верхнее положение и запускаем косу. Перегазовываем. Все, можно начинать косить. С таким сорняком леска не справится, зато с ним справится нож. Так выглядит Sparta 25 с насадкой нож. На этом тест-драйв бензокосы Oleomag Sparta 25 завершен. Приходите в наш дилерский центр, попробуйте ее в деле.